Поздравляю, Светлана. Шестерка? Конечно, да, шестерка. Вау. Следующий год. Интересно так. Кстати, очень сильно это же. Мантра. И еще один бросок. Женская. Просто рождение. Мы попали в иллюзию пятерочку. Земное желание она принесет. Физплан. Раз, два, три, четыре. Развлечение. Чудесно. Развлечение. Развлечение это то, что нужно каждой девушке, особенно вообще всем людям. Особенно в возрасте 60 лет. Это развлечение. Только. Я согласна. Только развлечение. Никакой работы, никакого. Ты что, сомневаешься? То есть танцы, песни, пляски. Песни уже начали. Песни на желание. Начнется с развлечения, несерьезно. То есть то, что мы делаем в свободное время по зову души. То, что только приятно, никаких обязанностей. Единичка. Сатва. 70-я. Сатва. Гармоничная клетка. Ну, в гармонии ты будешь. То есть, когда у тебя все это будет происходить, ты не будешь сильно нервничать и не будешь сильно грустить. Ты будешь в гармонии, у тебя будет всего, все в балансе. Дальше у нас Женечка. Женечка, да. А Женечка сидела в записи. Да. А Женя вышла у нас космическое Женя, сознание. Она уже доиграла, Женя, и через связь с Богом она вышла. Нет, я просто играла в прошлый раз, и у меня было 10 ходов. И это было как бы логическое какое-то завершение. Анечка, вот эта стрелка, которая от духовной преданности показывает, идет на космическое сознание. Это все? Это конец? Да, да? Это конец. Да. Космическому сознанию можно долго идти по чакрам, подниматься медленно. Угу. А можно подняться по стреле духовной преданности. Угу. Тебя выносит прямо в космическое сознание. А кому-то нужно шаг за шагом пройти все чакры, поднять всю энергию высоко и тогда добраться. То есть у всех разные дороги. Что ж, вам радости. Шестерочка, значит, мы проходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Уф, ух, как я хорошо зашла. Ух, как я хорошо зашла. Я зашла. Через служение? Через служение. Вы вчера об этом говорили. Служение высшей цели. Когда ты всю свою жизнь подчиняешь какой-то цели, и все, и не приставайте ко мне, у меня высшая цель, без чувства вины, там, я должна что-то сделать, я там, нет, все, высшая класс. Цель у меня, я делаю то, что я вот чувствую мое. И когда вся жизнь подчинена высшей цели, это называется служение, тебя выбрасывает в человеческий план, но именно личность такая прямо, которая со стороны кажется людям со сверхспособностями, рождается в этой точке. Со смыслами, с высшими. То есть как с высшими для смыслами. Для человека видно сразу. Вот я тоже Женечку увидела и девочку увидела. Думаю, вот это человек, который очень большая личность и который будет планы строить и получится. Не знаю, почему-то так я. Ну я прям за. У меня начало такое тяжелое было. Очень тяжелое. А сейчас прям пошло, надо запомнить. Я тоже не понимала, а потом она почему-то разворачивается. Пятерочка, сидим, ждем. Надо только... Еще ждем? Да, только два или один. Пока пребываем. То есть после того, как мы в абсолют взлетели и прям все можем, мы в гармонии пока пребываем. Желание сейчас придет. Мы там в этой самой и пребываем. В этом кругу радости. В этом кругу энергии нечего куда идти. Будь там, Таня. Это тебе говорят сразу. А я благодарю. И, а это я в космическом благе. Если я сейчас выброшу единичку, я выйду из игры. Если я не выброшу единичку, у меня исполнится желание. Потому что я по-любому дойду до того. А я в рад сейчас попала. Раз, два, три, четыре. Нормально. Раз, ну вот в движение я попаду большое. Ну, правильно. Когда растождествлюсь и стану свободной, я пойду в движение, получается. Шестерка еще раз. Ничего себе. Ну я сегодня с энергией. Оу.
Женечка Раджагуна. Что-то выбросила из... Я прям в раз же слетела. Но у меня единичка, и все, у меня получилось все. Я на землю пошла. Все? Ну, как бы это не все, это не космическое сознание, это просто исполнилось мое желание. В чем очень прикольно. Да, нет, не подняла, вот сюда, 13. Я не расстраивалась, мое надолго. Мои эмоции, моя красота. Стоп, а я же уже четверочка у меня была. Я думала, что я еще там стою, а я уже материализовалась. Раз, два, три, четыре. Это хорошая кривка, часто означает авиапрелет. Я же говорю, что это синус. И легкость. Ну, либо левитация, либо авиаперелет. Если не левитация, то... Ну, легкость. Легкость и воздух. Пятерочка. Раз, два, три, четыре, пять. План радости. Раз, два, три, четыре, пять. Я там была. Это прям кайф и радость. Последняя клетка второй чакры. Все удалось, все получилось. Жизнь наладилась. Материальные проблемы нас больше не волнуют. У нас все налажено. Мы просто радуемся. Еще ждем. Только я иду дальше. Я в жидкость пошла туда же, где Женя была. Ну, это женственная, лунная, все дела. Единичка, все случилось, земля. Все получилось. То есть то, с чем ты вошла в игру, в принципе. Она меня любит, а я ее. Класс. Но дело в том, что все сложилось именно так, как я чувствую. Четверка. Не, ну ты так. Все полностью. Каждый шаг, четверка, который был в этой игре, это то, как я чувствую, что мне надо так делать. Четыре. Ой, вот все, я вышла.